Нате. Что творится? Да вызвали уже. Машина горит. Это что, твоя, нет? Ну, не моя. А что, почему загорелся-то? Поджог, блядь. А, рядом, да? Ну, у него сидим, короче, женщины, короче, бабушки, все ребятки, блядь, ебать, смотрим, опа, горит все. Да ты не подходи сейчас. Сейчас она ебанет, блядь. Не подходи. Бензин-то есть в машине? Есть, и бензин, и газ есть. Горит машина, Волга. 24-го. Там улицу перегородили сотрудники Росгвардии. Недавно, получается, загорелся. Говорят, то ли дети, то ли диван подожгли рядом. Вызвали, но это, я так понимаю, вот прям буквально мы мимо ехали, в створ улицы увидели, значит, только что вызвали. Ну, там сотрудники, я говорю, Росгвардии, они вызвали. Чего вы спят, чего вы начинаете? Пожарный у нас Балаков, отлично работает всегда. И машина мимо, и девочка едет. Люди пишут, едет уже. Ну а что, машина, сами знаете, горит. Вот я пока шел сейчас, она только начинала сзади. Местные, конечно, алкоголики согрелись уже. Все им не так. Говорят, в машине газ. Дойду-ка я и подальше тоже. Ну, вопрос, вот результат. Почему машина стоит возле мусорки? Вот результат. Вот, вот еще разом Вселенский с ведерком воды идет к машине тушить. Человек явно никогда не понимал, не тушил машину. Ну я далеко достаточно. Да вызвали, успокойся, что ты орешь-то? Буквально 2 минуты сгорается. Люди в окошечке смотрят. Да, Балаково, конечно. 4-й микрорайон, это Комаров улица. Напротив Гулливера, Сбербанка через дорогу. Да, все, целиком уже. Буквально, ну. Те, кто видел, как машины горят, знают, что сейчас пожарные приедут, они просто зальют и все. Потому что там уже тушить нечего будет. Ну, а так всегда, машина горит очень быстро, не успеваешь. Это, как правило, если рядом расчет оказывается, либо граждане, которые прям кучей огнетушителей пытаются там под капотку залить. А если электрик горит, все, баллон начались уже. Да нет, я говорю, минуты. Вот 1,5 минуты горит. Сколько вот трансляция идет по времени?
4.58. Вот. Я подъехал, она. Ну, 5 минут получается, 6. Вот, слышу, пожарный расчет, слышу. Мимо России, да, там едут. Ну вот результат местный. К мусоркам выкидывают мебель, всю прочую шляпу. Здесь вон там и ветки с той стороны лежат. Спичка, бычок. Ну а здесь осознанно, я так понимаю, тут мужик вышел, говорит, что 24-я Волга. Не 24, как она, 31024, что это нашла. Задница такая квадратная к этому. Я везде в нужный момент, поверь. Очень много езжу по городу. Пожарный мимо про. А, нет, нет, на разворот пошел. Я вот пожарным тоже, представьте, не знаешь, там газовый баллон, не газовый. Долбанет, не долбанет. Сейчас подходить, заливать. Тоже риск. Ну, в четвертом есть баллон вспыхнул. В четвертом микрорайоне вряд ли Майбах будет. Вторая, наверное, пожар. Еще один, по-моему, расчет едет. Вот больше всего раздражает. Я стою сейчас сзади, там крики. Пожарных говном поливают. Вообще, как свиньи себя люди ведут. Расчет 5 минут приехал. Ну, 6. Это что? Долго, что ли? Максимально быстро. Молодцы мужики, прям вообще быстро очень. Ну сами видели, прям секундное дело, они раскатали тут же воду. Смотрите, вот рядом подходит газ там, что там. Вот риск у людей, а работа. А такие чудики, он сидят там, еще и говном поливают. Что за люди, а? Сами поставят, сами орут. Волга горит. Второй расчет. Сервак оглючит, так вышел, посмотри. Сервак не ловит. Да, мужики молодцы, вообще прям в секунду все раскатали, рукав. Мы тоже много с пожарным ездим, когда сезон вот начинается. Видим, их работает, вообще адский труд. Особенно летом в жаре, вот в этих костюмах. Пекло. Очень слаженное действие. Понятно, что каждый сам свою работу выбирает, но работу можно тоже по-разному выполнять. Может быть хорошо, может быть плохо.
Сейчас обойду с той стороны. Там, вот видите, здесь сколько листвы еще, зелени лежит. Сейчас бы это все сухостой еще принялся, да и вообще. Вот надо отдать должное, что Укашка здесь недавно прибралась в территорию, потому что здесь постоянно навалена куча барахла. Все, ласточка не поездит больше. Заклинил багажник. Да, да, синий изолент и скотч решает, известный с 14 века. Причем вот видно, что не с двигательного отсека, то с гарантии все началось. Именно вот со старого дивана, как они правильно сказали, бросили, подожгли. Сейчас пожарный проливает это место. Подожгли мусор просто. Что-то вклинил первоначально, открывался багажник, сейчас окончательно вклинил. Да там еще раз, короче, господи. Главное потушить, чтобы точно не горело. Все, скрыли. Там вот потому что он что. О-о-о-о. Там еще тлеет он. Хотя не знаю где. Что-то горит там даже. Запаска. Отойди, ребенок. Yeah.
Волг сгорел. Возле мусорки подожгли какой-то старый диван. Дети. Ну или кто-то неизвестный. И перекинулся на задок Волги. Как бы все. Автомобиль спасен. Осталось найти донора. Половинчика. С Владивостока. Привезти распил. И собрать одну. Ладно.